Итак, вторая игра. Здравствуйте. Это... Давай еще раз. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим о игровой механике, но уже другой игры. Это игра «Магия языка. Психология богатства». В отличие от игры с бизнес-возражениями, это игра скорее психологически трансформационного плана. Эта игра нацелена не на работу с кем-то, не на работу с возражениями других людей. Эта игра нацелена на работу с ограничивающими убеждениями. Ну, как нетрудно догадаться, нашей целью в этой игре будут ограничивающие убеждения по поводу денег. И опять у нас вот эта самая колода, в которой опять же собраны ограничивающие убеждения по поводу денег. Их 48 убеждений, тщательно отобранных из разных мест, собственно говоря, чтобы действительно было с чем бороться. Когда мы проводили эту игру, и реальные участники брали карточки, был такой интересный эффект, что убеждения отзывались, да, и человек говорит: о, да, вот это надо проработать. И он это мог сделать здесь и сейчас, в игре. Почему важны карточки? Мы знаем, ну и многие из тех, кто будет смотреть это видео, знают, что убеждения очень часто не осознаваемы человеком. Они там в голове есть, но они написаны там не словами. Поэтому я могу, может быть, какие-то свои ограничивающие убеждения не уметь высказать просто так. Ну, на самом деле, там, как-то слова, типа, у меня есть ограничивающие убеждения, это фигня. Если у тебя есть ограничивающие убеждения, ты его не рефлексируешь таким образом. То есть, если ты его уже отрефлексировал, все, оно там уже не убеждение, это уже там стратегия, например, то, с чем можно работать. Так вот, для того, чтобы рефлексировать и разрушать эти самые ограничения, карточки и игра. Да. Так, карточки. Вот, точно так же фишка, кубик. В этом смысле механика та же самая. Фишкой ходим по... Андрей сейчас говорит та же самая. Он делает отсылку к нашему видео, где мы рассказывали про игру «Магия языка. Бизнес-возражения». Да, она лежит рядышком на YouTube, например. Поэтому можете посмотреть, потому что в любом случае и работа с бизнес-возражениями, как бы это ни звучало, там бизнес, но и, может быть, это вам не актуально далеко, а все равно это интересно, да, это основа нашей коммуникации. Можете посмотреть. Угу. Итак, в произвольном месте фишка, пожалуйста, да. Карточки точно так же, но здесь уже, давайте так, здесь уже, наверное, в этой игре, в отличие от вот той самой игры с бизнес-возражениями, наверное, нет какой-то идеи соревновательность. То есть хорошо, да. Хорошо, хорошо, когда получилась классная фраза, и ты откладываешь себе карточку, но это не из идеи, что ты там типа круче победил, но это скорее из идеи там некоторого роста. Зашло, не зашло, наверное, вот так. Просто да? Над собой, да, там какого-то такого. Точно так же книжечка, в которой описаны все фокусы языка, то есть точно такое же поле, в этом смысле все. Да. Тем не менее, несмотря на то, что мы говорим о том, что эта игра ориентирована на индивидуальную проработку, все равно можно играть командами. Да? То есть, когда в команде 2-3 человека, так или иначе, мы собрали действительно настолько общие убеждения, характерные, может быть, для нашей культуры, да, там, в нашем каком-то поле, что они там могут отзываться у большинства. Поэтому если у вас команда, и вы вдвоем, втроем подбираете подходящий ответ, это будет терапевтично, трансформационно для всех участников. Поэтому вы как бы смело можете играть и там, вдвоем, и втроем, и передавая по кругу, и в том числе формируя команды. Угу. Ну и, собственно говоря, точно так же два варианта. Два варианта игры, две динамики, две игровые динамики. Бросаем кубик, опять же, куда-то мы переходим, модель мира. Вот стрелки указывают направление здесь перехода, да. У кубика 8 граней, здесь по каждой грани нарисована стрелочка, куда двигается. А, вот так.
Фишечка. Новость тоже кинулась. Новость, да. Фокус языка. Модель мира. Вы можете описание этого фокуса языка посмотреть в книжечке, в методичке и сформировать свой ответ. Так вот нарисована у нас карточка, а там опять же дяденьки и тетеньки, которым жить не очень весело, и, собственно говоря, нарисованы ограничивающие убеждения, которые разделяют деньги против человека. Классное убеждение, да? Модель мира, да? Ну, если человек сам по себе плохой, то, конечно же, ему с помощью денег легко проявить худшие качества. Ну да, если люди плохие, то они, соответственно, эти качества и проявят. Ну, да. Какой человек в душе? Да я только для плохих людей не говорю. Потому что какой человек? Вот. И тут вот давайте так, например, хорошо сказал или нехорошо. То есть здесь не из идеи, да. Там не из идеи, что как-то просто, ну как, вот по ощущениям, то самое, да, зашло, зашло, да? Не зашло. Хорошая фраза, нехорошая. Допустим, фраза не очень, допустим, не получилось. Окей, ладно. Угу. Я тогда, например, беру и кидаю снова. Там, единичка. Еще раз, окей. Да, вот сюда, расширение фрейма. Ну и пробую тогда там говорить, на тему там деньги против человека. Ну, наверное, это только вот в каких-то регионах, может быть, где денег как-то не было, что ли. Может, на пространстве нашей вот страны, ну, учитывая наше прошлое, что здесь вот деньги так резко меняют всю жизнь, а может быть, только поэтому. И да. Опять, если хорошо, значит классно, да, например, переход. Если там, если не хорошо, ну, можно кидать дальше, да, можно там 4, да? Да. Сюда, мини к себе. Угу. Да, говорим, ну а ты что? Вот если у тебя будет много денег, что сразу слово человек стать? Вряд ли человек с этим согласится, да, и будет вспоминать о своих хороших качествах. А кто-нибудь может сказать, да. Так это тогда что, внутренняя гармония, ну, тогда все нормально. Да, тогда это цикл. Если ты с ней согласен, да. Тебе нужны деньги и не зарабатывай. Вот таким вот образом, да, когда есть одно убеждение, и мы формируем несколько предложений, так называемый каскад фокусов языка, мы меняем фокусировку внимания человека, и у него формируется некое такое поле, внутри которого он может подумать про это убеждение уже по-другому, оно перестанет быть для него актуальным. И длина вот такого каскада может быть любой. В зависимости от того, сколько вас человек играет, вы можете ограничить каскад там, 2, 3 или 4 предложениями. Да? То есть это будет такой текст в ответ на убеждение. Собственно говоря, как еще один вариант, да, если я достал какую-то картинку, да, и если тут описано то убеждение, которое у меня есть, мне, скорее всего, будет сложновато к нему найти, да. Найти на него ответ. Это не бизнес-возражение. То есть здесь мы немножечко все-таки работаем с... Ну, то есть работа с убеждениями глубинными, да. она сложна. И если попадается убеждение, с которым я согласен, да, то я вот так вот как бы кидаю кубик, и зависаю. А я не знаю, что сказать, потому что это же правда, да? С этим не поспоришь, да? Вот как раз-таки это терапевтическая сторона вопроса. Мы понимаем, что когда человек зависает, и по большому счету, если человек реально завис, мы можем ему помочь. Завис, да? Не получается. Там, помочь, вот, предложить тогда, варианты, да, с помощью зависов языка. Да, мы им говорим, ну хорошо, кидай по-другому. И я походил, да, то есть тут поскрипел, mm-hmm. И где-то оно сыграло. Хорошо, мы уже прошли. Вот это, значит, один вариант. Второй вариант, когда мы опять в этом формате, да, например, можем, ну, то есть, да, что там у нас, 5, ну, переопределение. И вот я беру какую-нибудь карточку отсюда. Mm-hmm. Деньги лучше сохранить на черный день. Mm-hmm. Я согласен. Например, я согласен. А я не знаю, как переопределить. А что переопределить? Деньги? Я не знаю, а как по-другому сказать? Ну да, на черный день же нужны деньги.
Все правильно. Ты хочешь сказать, что могут быть моменты, когда денег может быть меньше, чем сейчас у тебя? Ну, зарабатывать, то есть меньше, чем сейчас. Ну, наверное, да, может быть. Угу. То есть здесь, здесь вот второй вариант, да, когда мы, например, человеку, который, ну, который вроде бы, ну, я сейчас вроде должен купить языка придумать, а мне не думается. Да? Тогда все остальные могут смело подсказывать мне там. Да. Опять же, с учетом функции языка переопределения, да, когда в данном случае черный день мы переопределили в период времени, когда ты меньше зарабатываешь, чем сейчас. И это уже воспринимается по-другому, да, и в этом все равно уже есть какой-то ресурс. И при этом, получается, как бы это вот хорошо, да. То есть у этой трансформационной игры на ограничивающие убеждения, по сути, есть две цели. Первая цель, это вот как раз вот то, что сейчас мы показали, да, в некотором игровом формате. Это когда кто-то из игроков попадет в свое убеждение. Все, тогда все остальные, давайте, ну там, поговорили про переопределение. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Кинули кубик еще раз, например, да? Сдвинули там, например, сюда, поговорили там, ну, предложили ему же вариантов, например, миссии. То есть это такая прям крутая терапия человеку. То есть все игроки, там несколько фокусов языка на одно убеждение, там одному человеку просто разнесли его в хлам. Да, ну вообще это классная штука на самом деле, прям, особенно когда в процессе игры ты погружаешься, когда вот из всего вот этого набора там у тебя там вылазит, ты понимаешь, что часть прям у тебя отзывается, и люди, которые находятся вокруг, начинают менять поле твоего восприятия с помощью вот этих фокусов языка, да, и в этот момент ты просто понимаешь, что у тебя меняется восприятие ограничивающих убеждений, что они перестают ограничивать, они перестают иметь значение. Да? То есть вот процесс терапии происходит здесь и сейчас. И это происходит очень легко. Главное, азартно, поймите, вот увлекает процесс, становится интересным. Да. Вот. А вторая цель этой игры – это создание прививок, что ли. То есть, ну, давайте, например, не было у меня никогда в жизни черных дней, предположим. Да? Это убеждение мне ни о чем. И я могу спокойно с ним, как просто с какой-то фразой, как тренировка для кого-то, да, придумывать возражения, придумывать какие-то там объяснения, придумывать что-то, что разрушает вот это вот убеждение. И это же у меня в голове-то откладывается. И если однажды у меня наступит вот этот вот самый черный день, да, то ну, кто-нибудь мне явно, например, подскажет. Да. Где-нибудь в этом общем поле, да, там, ну, все мы знаем, что там телевизор, интернет, газеты, там соседи, сослуживцы. То есть в поле есть люди, которые с нами щедро делятся своим образом мысли. И мы точно так же делаем. Вопрос только в том, каким образом ну, делятся. Да? Если я попадаю в ситуацию, которой у меня раньше не было, и если мне при этом люди, как бы вот, пользуясь, скажем, вот ну, такими вариантами, подсказывают, я не скажу, что это супер плохой вариант. Да? То есть с точки зрения выживания он может быть и хороший, с точки зрения зарабатывания не очень. Но мне его подскажут. Мне его подскажут, а у меня получается как бы, ну, прививки нет. И я как бы вполне себе с какого-нибудь там со случайности могу влететь вот, как бы, вот в такое. А зачем? Да? Кроме всего прочего, да, кроме того, что вы отрабатываете ограничивающие убеждения, кроме того, что вы формируете вот так называемые прививки, вы еще и отрабатываете фокусы языка, вы им обучаетесь, вы их тренируете, вы их переводите в область автоматического использования, и в принципе они останутся с вами, да? Вы прокачиваете свои все стили мышления, да? Все области восприятия личного опыта. И это будет только плюсом к вашей коммуникации с собой и с другими людьми в принципе, да, уже не касаясь области денег. Вы будете
уметь очень гибко переходить в любую аргументацию, ну, и подстраиваться, и доносить информацию адекватно и понятно разным людям. Собственно говоря, фишка-то в том, что вы тренируете фокусы языка, да, на определенной области, ограничивающие убеждения в сфере денег. И если мы говорим вот про тренировку мышления здесь, вот на вот этой вот замечательной карте, да, на этой замечательной таблице, ну, фокус языка, конечно, разложен, да, но не только. Самые стили мышления здесь вот зашифровано. Здесь зашифрованы навыки целеполагания. Здесь зашифрованы навыки непрямого обхода препятствий. Здесь зашифрованы навыки саморефлексии и как бы понимания, ну, там, типа шаг в сторону, да, давайте посмотрим там со стороны, да. Здесь нарисовано выявление приоритетности целей и ценностей и всего остального. Здесь есть и мышление по аналогии, здесь есть и набирание ресурсов с разных мест. Вот это все здесь. Там, ладно, по фокусу языка, да? Вот здесь в чем и хорошо, да, почему прикольно вот в такие вещи играть, почему прикольно мозг развивается. Мозг развивается максимальная гибкость мышления. Да, это так и есть. То есть, казалось бы, такая простая игра, но у нее очень серьезные там цели, задачи и эффекты, я бы даже так сказала. Ну что? Ну и, собственно говоря, вот, да, это вот это про трансформационную игру. А, маленькая поправочка, если говорим мы про там, если про бизнес-возражения, там, наверное, чаще будут люди, которые с NLP знакомы, с фокусом языка знакомы, то вот здесь вот, да, трансформационная игра по ограничивающим убеждениям, она скорее, ну, здесь, наверное, люди будут не сильно в теме всех этих фокусов языка, и тогда, наверное, как раз ведущему игры, да, для ведущего игры, собственно, почему мы объясняем динамику игры, да, для ведущих, и вот это вот, и все остальное для ведущих будет полезно, потому что тогда все вот эти вот страшные слова, да, которые нарисованы здесь, для людей ведущий будет им объяснять с помощью вот этой самой, пожалуйста, методички здесь, да. Повторюсь, здесь написано просто и понятно. Соответственно, там ведущий сам, пробежавшись по вот этому, уже будет в теме, и в трансформационных играх это, наверное является важным фактором, потому что люди приходят и говорят, все, давайте вы нам говорите, что делать, а я буду вот... Да, вот для этой игры, конечно, проще, если есть человек, который эту игру ведет. Но, тем не менее, если вы хотите разобраться сами, то в методичке, да, то есть это полная инструкция, там описано все, там описана вот эта таблица, там описан каждый из фокусов языка и, ну, в общем-то, все принципы, там, стратегии игры. Вот. Так что, ну что ж, да. Вот такая классная игра. Все, всем до свидания. До свидания.